А мы с Димой гуляем. А гуляем идем от Димы. Глаза красные, нет? Чешутся? Да нет! Ходили гулять с собакой. Вот он мне помощничек мой. Тащит сетку тяжелую. Пошли здесь, сынок. Мы с ним вкусняшку тут взяли. Патрушечку вкусную. И кока-колу. И зашли в этот Магнит, косметик. Купила я порошок японский. Хочу попробовать стирать японским порошком. Сегодня же мы пенсию получили. Мы сегодня богатые. Сегодня мы можем себе позволить. Да. Сегодня мы балде. В отрыве, да. Сейчас еще мороженку зайдем купим. Вторую за сегодня. Да ладно. Вторую за сегодня. Вот. Побежали к Диме туда пешком. Устала уже, вот еле иду. Я на каблуках могу. Непривычная. Баяс, ты устала, давай я спрямую. Да, понесу. Тебе же сказала уже, Дим, сколько можно говорить-то? Сейчас мы подойдем. Такой маленький идет, пиво пьет. Уже с пеленок алкаши. Да. Я видел, как мальчик, вот именно где-то лет, как я, на может, лет 13, сигареты электронные. Электронные? Да. Короче, на даче вчера целый день грозился, дождь сверкал, сверкала молния, пугала меня. Сегодня такая же история. Дети наши уехали в Самару. Доченька уехала учиться на повышение квалификации. Вот. И говорит, в Самаре идет ливень. Сильный-сильный ветер. Гроза. Вот. Мы пошли с Димой пешком. У нас начало хмуриться. Думаю, сейчас пойдем пешком, как нам прижучит. В семейном Магните. Видите, какую сумочку дали. Покажи, сынок, сумочку. Ой, он еле идет. Мой. Вот такую сумочку купила. Не дали, а купила. Дай-ка я понесу. Нет. Помощник бабулин. А я не хочу, чтобы ты тяжелое тащила. Истинный мужчина ты. У меня уже вон целая сумка. Да там немножечко. Баксика выгулили. Потом его еле отмыли после прогулки. Еле отмыли. У нас шашлычки делают. Хорошо на улице. Сейчас пекло спало. Я бы погуляла, но еще историю. Историю. Завтра я его в школу поведу от нас. Хочу вам показать. Когда мы платили за мусор, такого безобразия не было. Не платили за мусор. А сейчас мы платим за мусор, и что мы имеем? Вот такой вот вид. Это у нас рядом с жилыми домами. Помойка. Безобразие. Зашли мы в Магнит косметик. Купил Диме тетрадку, потому что у меня все тетрадочки закончились, а он как черновик использует. Вот такую тетрадочку купили. Ну, я не знаю, по ценам вам говорить здесь. Так, тетрадка 49 рублей стоит. Вот эта вот сумочка такая красивая, 29 рублей стоит. Эко. С удлиненной. С удлиненными ручками. Хорошая, симпатичная сумочка. Так, Диме купил носочки беленькие в школу. Спорт. Сзади написано. 38-40 размер тянется. Беленькие спортивные носочки. Так, сколько они по цене стали? 44 рубля. Тянутся вот так вот. Завтра в школу нарядится, пойдет. Так, молочко. Я в этот раз так на даче подпалилась немножко. Купила вот такое мое солнышко. Гипоаллергенное молочко после солнца. Оно вроде как детское, одобрено педиатрами, но я думаю, что и для меня будет хорошо. Подходит для детей с 3 месяцев.
разработана специально для восстановления нежной кожи ребенка после длительного пребывания на солнце. Но я тоже почти ребенок уже. Гипоаллергенно. Масло ши и масло семян моркови обеспечивает дополнительную защиту от возможного УФ-облучения после загара. В общем, после загара. Стоит это молочко 119 рублей. Босс купила маленький. Так, босс 49 рублей отбеливатель. Вот, девочки, гель. Девочки и мальчики. Мальчики обижаются. Гель для душа. На отдаче закончился. 135 рублей. Освежитель воздуха. 149 рублей. Цветущая сакура. Там понюхала вкуснотища. Сейчас заменю. Баллончик. У нас в санузле уже все закончился. Еще не понимаю, какой мусс для волос. Вот этот, что ли? Мусс для волос. Ну вот, не посмотрела. Ведь я же думала, что это лак для волос. Ё-моё! Мне такой лак для волос нужен был. Купила мусс для волос. Ну ладно. Короче, вот, девочки. Мусс для волос. Длительный эффект. Очень сильная фиксация. Стоит 65 рублей. Так, вот на это дело, вот эта большая бутылка от Хенкель. Сколько здесь? Литр 200. Здесь написано, что получена скидка 44%. Вместо 205 я заплатил 164 рубля. Кондиционер для белья. И самая такая дорогая у меня покупка. Решила я попробовать вот такой стиральный порошок. Я для начала вообще думала, что он корейский. Оказалось, короче, что вот эта вот коробочка стоит здесь килограмм. Килограмм равняется 4,5 килограмма обыкновенного порошка, то есть на 29 стирок. На 29 стирок. Стоит 407 рублей. Так, это магнит косметика. Такая вот сумочка интересная. Легенькая в сумочку такую свою брошу, да, в любой момент, раз есть. 29 рублей, да, это недорого. Зашли мы в кулинарию, купили пол пирога. Здесь творожный с персиком. Это где лепешки из тандыра у нас. Вот там очень вкусный вот этот творожный. Я не знаю, как он. Как называется? Пирог или не пирог? Что купила? Купила слободу. Майонез. Ой, масло все растаяло у меня, пока мы шли. Вот такое масло не брала я ни разу. 82,5. Сладко-сливочное, не соленое. Сейчас посмотрим, чье оно. Чье производство. Московская область. Сельское поселение Софинская. Деревня Тимонина. В деревне масло. Ничем не пахнет, не чувствую, по крайней мере. Купила дрожжи, подкармливать помидорку буду на дачу. И две баночки моего любимого детского питания Тёма, говядина с языком. Прям что-то, сейчас я посмотрю по цене, что-то мне там вроде бы не хочется верить. Так, детское питание за две штуки, ну правильно, там столько всяких этих этикеток было. Короче, 60 рублей одна баночка стоит. Дрожжи 15 рублей. Масло 90 рублей. Майонез 70 рублей. Димке купила кока-колу 30 рублей. Ну и все. Вот такие покупочки у меня были. Сегодня также заплатила за коммуналку. Саша купил трубы полипропилен и повез на дачу. Трубы и увез баклажаны. Завтра мы Димочку отведем в школу и, наверное, опять уедем на дачу. Сегодня я попробую вам смонтировать фильмы. Все, что там наснимала.
потому что завтра опять уедем на дачу, может, на 2-3 дня, пока баклажаны высадим. В общем, не будет у меня возможности вам монтировать фильм, показать вам все, что хотелось бы показать. Время без 20:11 вечера. Мои дела никак не заканчиваются. Здесь говядина, свинина. Пропустила. Сейчас фарш буду перемешивать. А здесь у меня стоит хлеб. Хлебушка стоит у меня. Наверное, будет стоять, ночью буду печь. Так получилось. Вот. С сынком сделали уроки. Давай, сыночек, закусывай, баюшки, ложись. Завтра в школу нам вставать 6:30. Какую школу? В обыкновенную школу. 6:30 пробуждаться будем, завтракать, и я отведу тебя в школу. Сам себе бутеры нарезал, помидорочку покромсал. Бабушке некогда. Ты портфель еще не собрал, да, сынок? Почему собрал? А я сейчас перемешаю фарш и постирала вот его школьные брючки. Сейчас посмотрю, высохли, не высохли. И поглажу, приготовлю ему. И тенниску его постирала. И завтра пойдет весь чистый, как жених. Время без 20:12. 35:12. Почти все дела переделала. Остался хлеб. Подходит. Но я думаю, на где-нибудь 1:00 ночи придется мне вставать, хлебушек печь. И 6:00 вставать, Диме завтрак готовить, а 6:30 будить его в школу. Как-то так. Сегодня ночка пройдет у меня. Какую сиреньку красивую я привезла сегодня. А, прелесть. Чудо.